начинаем государственный экзамен выпускников Челябинского государственного института культуры по специальности музыкально-театральное искусство и по направлению подготовки вокальное искусство. Состав государственной экзаменационной комиссии. Председатель комиссии Волынский Евгений Григорьевич, художественный руководитель и главный дирижер областного государственного бюджетного учреждения культуры Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки. Члены государственной экзаменационной комиссии. Селезнева Ольга Петровна, художественный руководитель и главный дирижер Челябинского камерного хора имени Михальченко. Чекановский Павел Александрович, солист театра оперы и балета имени Глинки, преподаватель кафедры вокального искусства. Илькина Надежда Николаевна, доцент кафедры, заслуженная артистка России. И Зайцева Галина Семеновна, еще будет звание, значит, заведующая кафедрой вокального искусства, профессор, народная артистка России. Секретарь государственной комиссии Богатырева Надежда Алексеевна, лаборант кафедры вокального искусства. Государственный экзамен сдают сегодня 4 человека. Бакалавриат Наталья Гончарова, класс профессора Зайцевой. Станислав Очередко, класс преподавателя Чекановского. Специалитет Валерия Быкова и Эльвина Исламова, класс доцента Илькиной Надежды Николаевны. Сдаем экзамен по оперному классу. Стажер театра Станислав Очередько предоставит видимые материалы из оперных спектаклей, которых занят в театре. То есть он не участвует сегодня в государственном экзамене, потому что он в театре сдал все свои отрывки, которые нас интересовали. Программа. Моцарт, свадьба Фигаро, сцены из второго и третьего действий. Графиня Наталья Гончарова, Сюзанна, Алена Дорогина, третий курс. Херубинов, Данил Кузин, второй курс. Пожалуйста, ребята.
следующий отрывок. Из опереты «Граф Люксембург» Алигара, которым будут заняты выпускница Валерия Быкова и Иван Бузаков, третий курс. А это ложь?
Сара. Не начинай, пожалуйста. Или ты сегодня женишься на мне, или я от тебя ухожу. Этот шаг не пустяк, ты пойми, мой дружок, я душой холостяк. Как запел голубок, как стирать и шить, или обедом кормить, так же нет, а жениться нет. О жениться твердишь, третий год, мой дружок, мы с Мишей письмо лишь, все зимой голубок, и я стану женой, и простишься со мной. Я сдаюсь. И уже женюсь. Сергей Ефремович, пересядьте, пожалуйста, вы. Да, да, все равно не видите. Ну, вы влево можете отправиться. Вы сюда. Стол
на место, а Сергея Ефремовича влево. Вот сюда, чтобы он видел ребенка. А ребята его увидят. Поехали, ребята, поехали. Я волю
Не могла я обмануть.
Давайте, еще ведь время есть. Спасите нашу честь, спасите нашу честь, спасите честь. За ваш поступок судьба вас Жертву, что наградит.
равнодушной быть к нему. Он ложь поймет. Уехать. Счастье, прежде моя.
Валерия Быкова, Евгений Никитин, третий курс. Я обязан тебя исповедовать.
Уж не собираешься ли ты изменить Раулю во имя отца и сына? Нет, не собираюсь. Ты, кажется, врешь, дочь моя. О, женщины, как сказал апостол Павел, и он был прав. О, мужчины, как сказал, не помню кто, но тоже был прав. Не заговаривай зубы, дочь моя. Не заговаривай, отец мой. Не погрязай во лжи. Помни, что чистосердечное признание смягчит вину. На колени! Скорее всего, признайся, дочь моя, твои грехи знать должен точно я. Тебя с миром отпущу, и все грехи тебе прощу, когда все скажешь не то я. Дамы на деловых
обычно бывают банкеты, танцы. И вы танцевали с этими дамами? Ну, разумеется. И какие танцы они танцуют? Там во всем стараются подражать Америке. Танцуют шимми. Шимми? Ну да, это ведь теперь самый модный танец. Фимичка, Фимич, а как же я? Ну, пожалуйста, Фимич. Если вы хотите быть современным, вам придется изучить непременно танцы те, что вам принес 20-й век. Хоть похож на горилл человек. В этих танцах так везет кавалеру, а полонию вот по примеру. А тогда мне все равно, она готова танцевать, если он голодно может есть на стол. Ах, под глазой станцуем шими, чтобы не считали нас такими, и мы старомодными, смешными, все. Thank you.
На этом экзамен закончен. Всем спасибо.